Всем привет, дорогие уважаемые наши подписчики и гости нашего канала. Здравствуйте. Мы здесь с мамой сидим в машине перед Коско. Сегодня у нас такая холодная погода. С утра у нас было минус 4, когда я сына отвозила в школу. В легкой курточке замерзла. А сейчас, видите, я уже теплую куртку, теплое пальто вытащила. Как говорится, пар костей не ломит. Сейчас находимся сидим в машине перед Коско. Вчера смотрела ютубер, обычно я его смотрю, хочу узнать, что нового, что интересного, что на скидках в Коско в Канаде. И вот я увидела что-то, что меня заинтересовало, по-моему, это были йогурты, что-то еще не помню, что. Я говорю, мам, давай собирайся, поедем, заодно прогуляемся, так как на улице ходить холодно. Пойдем прогуляемся в Коско. Коско все любят, и моя мама тоже очень большой поклонник Коско. Так что... вместе пойдем, прогуляемся и посмотрим. И заодно я вам покажу, и вы узнаете, что там интересного, нового. И на скидках, может, вас это тоже интересует. Так что, пошли. Камера GoPro 13. Сколько она стоит? Стоила 540. А, нет, сейчас стоит $540. Говорят, хорошая камера. Для ютуберов, экстремалов. Да. Если ты, например, серфингом занимаешься или там, ну, она водоустойчивая, водонепромокаемая, так правильно сказать. Но мы экстремальным видом спорта не занимаемся, поэтому здесь тут ничего нового. Данику такой папа купил. Он хочет на Новый год, я знаю, подарок, наушники. Я пока что смотрю, еще жду Черную пятницу, может быть, будет что-то хорошее на скидках. Это для, как называется, для того, чтобы был хороший звук, для звука. Интересно, здесь наушники. Я видела тогда Apple-овские наушники. Это что? Boss. А, вот Boss наушники. Но здесь дороже, чем на Амазоне. Boss Ultra. Вот такие я хотела ему посмотреть. Только они были темно-синие. Эти черные. Но черные, по-моему, были дороже по какой-то причине. Есть вот такие вот маленькие, которые на ухо одеваются. А есть Over the Ear. Большие, 299. Но здесь только один цвет, а там на Амазоне их несколько цветов. По-моему, бежевый был, черный был и голубой мне понравился. Говорят, хорошие наушники, очень удобные, не тяжелые. И они плотнее, чем, более такие крепкие, чем Philips, или как они правильно называются, я не помню, какая фирма была. Boss вообще хорошая фирма. Я вот про эти наушники говорила с Sony. У них вроде бы хорошее качество, и у них можно будет подсоединять, если у вас, например, видеозвонок. В общем, хорошее качество звука, но вот эти вот пластиковые перепонки, от того, что они постоянно сгибаются, люди, я читала комментарии на Амазоне, что они очень быстро ломаются, то есть очень хрупкая вот эта вот часть пластиковая. И они стоят $396, $400. Качество все хорошо, хорошее, но качество звука я имею в виду. Но вот эта вот перепонка, она совершенно тонкая. Это именно там, где она складывается. И говорят, что очень быстро ломается, поэтому не тратьте свои деньги. Они дороже, чем Boss. Где-то я еще видела Apple-ские, по-моему, вот здесь вот. Но они такие, которые в ухо вставляются. Даник такие не любит. Вот эти iPod 4. Они 288. 246. Совсем дешевые. Но он хотел бы большие. Но Apple очень дорогой по мне. Почти $600. $169, но, по-моему, он такие не хочет. Это, наверное, жемчуг. Интересно.
увидела жемчуг. Сколько натуральный он стоит? $349. Вот это красивое, с подвеской. Маленькое такое, аккуратненькое. Колечко красивое, да? $649. Ничего себе. Да, не дешевое удовольствие. Ну, интересно, такая проба. 14 карат. Вот KitchenAid на скидке был 399, сейчас на $80 меньше, 319. Здесь только насадок, оказывается, но он очень большой. Что здесь еще? Кофемашина была $229. Неспрессо на $50 меньше, $180 стоит. У меня такая штучка есть отдельно, которая делает пенку. Вообще, в последнее время говорят, что очень опасные вот эти пластиковые капсулы, как будто они, когда накаляются, ну, высокая температура, что они вредные для здоровья. Сейчас послушаешь, все вредные для здоровья. А это стоит за $89.99 Кузинарт. Я вот такие вот стандартные предпочитаю кофемашины. Она раньше стоила $89.99, сейчас $69.99, на $20 скидка. У нас такая дом, очень удобная, она достаточно вместительная. Нам для троих это идеально подходит. Я небольшой поклонник капсульных таких. А вот какие свои маленькие, аккуратненькие. Это, наверное, для эспрессо. Малюсенькие, хорошие. Сколько они стоят? 6 штук, $60. Ну, что у тебя, конечно, по 10. А вот для вина интересный какой-то. А это, наверное, он фильтрует, что ли, с каким-то фильтром. Интересно. Не знаю, вот эта штучка какая-то металлическая, непонятно. Декантер. Wine decanter. Не могу сказать, что это такое. Мы пришли в наш любимый ряд сладостей. Вот это вот возьмем. Сыну очень нравится. Манго. Сушеное манго в черном шоколаде. Это вкусно. За $16. А из новинок появились вот такие вот печеньки. С претцелами. Со вкусом претцелов. За $12. Нет, не очень люблю вот такие вот печеньки. А в черном шоколаде сухофрукты мне нравятся. И вот такие мне тоже очень нравятся. Это удобно для школы, для работы. Они с разными ягодами внутри. И апельсинка есть, и голубика, и гранат. За $15. Тут тоже что-то новенькое появилось. Гавайские. Сейчас я почитаю точно. Значит, орех Макдам, или как он правильно, Макадамис называется. Белый шоколад и клубника. А что, это интересно, сушеная клубника или настоящая клубника, живая? Ну, что-то интересненькое, за $20. Вот так оно выглядит. Не знаю, я предпочитаю больше сушеное манго, но выглядит интересно. А вот еще что-то за $15, а это орех в шоколаде, в черном шоколаде и в белом шоколаде. Выглядит аппетитно. А это чипсы из красной картошки. Что это? Чипсы из красной картошки. Кубики такие нарезные. Красная картошка. Да, что только и не придумали. А это такие для тех, кто спортом занимается. Протеиновые батончики. А, вот эти? Протеиновые батончики, да. Это Даня любит, когда в тренажерный зал ходит, чтобы принимать. На, и поешь один, и кушать не хочется. Машинка Зингер. Где-то это, по-моему, да, давно популярная. В смысле, у нас, по-моему, тоже была такая машинка Зингер. Нет, ты шила на такой машине. Да, но она другая, конечно, была. Она до $219. Ну, сейчас как-то и только парнику. Интересный. Завивать волосы с одной насадкой для того, чтобы волосы завивать. Она, видно, сама закручивает, видишь, туда волос собирается и сама закручивает. Это интересная штука, она маленькая, с ней удобно
путешествовать. Три насадки. Вот так вот она закручивает. И цена хорошая. 69-97. А это фен итальянский. За 80 долларов. Это какая-то очень дорогая штука. А, ну это Dyson. Dyson очень дорогой. Здесь только не только сушит, он и укладывает. Видишь, всякие насадки для укладки волос. Dyson. 579 долларов. Я давно смотрю на вот этот тостер. Он вроде бы так выглядит, знаете, презентабельно. И всего 40 долларов стоит. И на нем можно сделать и вафли, и вот эти вот бейгалы, и хлеб. Можно выбрать функцию, какой прожарки вы хотите. И он так выглядит очень интересно. И я все думаю, где-то я читала, что вот эта панель, она электрическая. То есть тачпад, ты ее трогаешь, и она со временем портится очень быстро. Не знаю, может, тут если пробовал, скажите, долго он у вас задержался? Потому что цена очень соблазнительная, 40 долларов. Но вот это вот меня смущает, что она может очень быстро испортиться. Панель может выйти из строя. Но вот я именно хотела вот такой тостер, в котором можно и вафли положить, и бейглы. Хотя, может быть, они везде одинаковые, вот эти проемы по размеру. Не знаю, если кто-то пользовался, пожалуйста, отпишитесь, чтобы знать. Вот такой я не хочу, потому что он очень большой, нам столько не нужно. А вот это вот такой компактный. И мне нравится, да, вот это вот именно. Ой, давай вот такую штуку купим. На ней можно зефир, вот видишь? Зефир. И вот что интересное нашли. Можно дома вместо, чтобы костром не пользоваться, вот такие вот штучки. Нагревается она. Зефир. Чтобы он растапливался. Как обычно над костром делают. И вот такое вот, как блюдо, куда можно складывать печеньки, шоколад. И такие скюрс, на что надевать. Ой, интересно. Это в центр стола, что ли, можно? Ну да, стол. Это как десерт, на десерт можно подать. Оно немножко так расплавливается, можно на печеньку, шоколадом за 30 долларов. Хорошая идея. Это все блендеры, а это что? А, это чтобы мясо или рыбу упаковывать, индивидуальную упаковку. Видишь, она пластиком упаковывает. За 130 долларов. А это для подогревания. Блюдо за 60 долларов. Это все гриль. Мне вот это очень нравится. Люстра. Она такая вроде бы и простая, но мне очень нравится, когда очень много стекла в доме. Стеклянный стол, например, какие-то стеклянные тумбы, или вот так много стекла, не знаю. Или это пластик, или стекло, но вот мне нравится такой вот воздушный, как будто их не тяжелая, да, она. Вот так она выглядит. Темное стекло, черное, даже можно сказать, темно-серое. 150 долларов. Да, хорошо смотрится. Она такая большая. Не знаю, какая светлая, насколько она светлая, сколько света она дает. Но выглядит неплохо за такую цену. Почти даром. И вот это тоже штука интересная. Завитушечка. За 80 долларов. Но тоже освещение, она так чисто символически, да? Ну, это, наверное, не в комнате. Да, не в прихожей, наверное. Да. Но интересно. Завитушечка. Здесь есть эти цены. Но это для перед дверью входной в дом, наверное, поставить. Хвойные, красивые такие собрали букетики. Ну да, перед домом поставить на Рождество. Здесь цена есть, а на той интересной елке нет. 40 долларов. Красивый такой наборчик из четырех. Это напиток мимоза, коктейль мимоза. Там сколько? 6,9% алкоголя. Ну, такие красивые бутылочки, 4 штуки. Сколько она стоит? 24 доллара. 24,99. 4 штуки. Красивый. На Новый год, на Рождество. 6,9% алкоголя. А мы смотрим, что нам взять на Рождество или на Крисмас. Мама любит французское вино. Красное.
Бордо. Это Каберне Совиньон, а это Бордо красное. Пойдем еще посмотрим. За 15,53. Цена недорогая. Здесь это что? Это канадское за 12,31. Это все французские вина. За 13, за 14. Не знаю, какой оно на вкус, хороший или нет. Это местный Квебек. Здесь что? Сайдер и пиво. Австралийскую. Да. Какой-то интересный набор для ухода для тела. Такой красивый. За 33 доллара. Что здесь? Здесь крема, мыло жидкое. Красивый, яркий. Такой большой. В подарок кому-нибудь подарить за 40 долларов. А вот адвент-календарь за 30 долларов. Что сюда входит, интересно? Вот какие-то, тоже какие-то крема. Но мне одна из этих фирм мне особо не знакома. За 30 долларов. А здесь тоже такой интересный наборчик. Патчи под глаза. А это корейская косметика. 70, да, корейская косметика 70 долларов. Говорят, очень хорошая косметика корейская. Коллагеновые патчи под глаза, тонер для лица, вот эти вот закручивающиеся щипчики для ресниц. И что-то еще сзади не вижу, может быть, здесь написано. Да, здесь вот большой набор. Все, кого я слушаю, блогеры, очень довольны корейской косметикой. Но тоже у них фирмы разные, может быть, здесь тоже разные фирмы. Так что вот, кому интересно, за 70 долларов. Это тоже адвент-календарь. И здесь... О, Bath & Body. О, это моя любимая фирма Bath & Body. Здесь, значит, для wash, face wash, foot cream, bath bomb, salty soaker, foot soaker, шампуни, кондиционеры, для купания жидкое мыло. Для тела крем, дневной крем, ночной крем, скраб для губ. О, какой клёвый. Я куплю себе подарок. 40 долларов. Это мой подарок будет мне. Давайте еще раз посмотрим, что здесь интересного. Для маска для губ, бальзам для губ, скраб для губ, ночной дневной крем. Увлажняющий крем для тела. О, здесь только интересного. Bath & Body, это то, что я хотела. Канадская, по-моему, фирма. Клево. А это набор чаев от фирмы Four Clock. Мы дома пьем вот такой вот зеленый чай. Зеленый. Лемонграсс, тут разные чаи, но в основном, по-моему, зеленые за 24 доллара. И чашечки еще две прилагаются. Как подарочные наборы красивые. Угу. И здесь вот это тоже чай, но чай такой вот в упаковочках маленьких, разный чай тоже. Мне здесь много разных каких-то видно ароматизированные чаи. Сейчас я не увижу, но похоже, что разные, не только черные. И вот какой красивый набор. А это попкорн. Набор из попкорна. Они с разными вкусами. Ассорти. Такой мелкий. Но он же потом увеличивается размер. Он же начинает за 20 долларов. Так что кому интересно, такой интересный подарок. А это джемы. Маленькие джемы, да. Такие вот маленькие совсем. Это обычно как в отелях дают на завтрак такие джемы за 19 долларов. А вот это большая красивая, большой красивый набор из шоколадных печенье, конфеты за 70 долларов. Да? Очень много хороших подарочных наборов. А здесь прям целый набор из джема, из
сладости, сиропа, печенье. Интересно. А это для тех, кто любит готовить спагетти. Итальянский набор. Сколько он стоит за 50 долларов? Очень много всего интересного. Глаза разбегаются. Годива. Годива – это хорошая фирма шоколадная. Я очень люблю вот эти печеньки. И твоя любимая, мам. Ириски. Фудж. Фадж, как он называется правильно, за 19 долларов. Красивый наборчик, да? И достаточно большой. Что сюда входит? Печеньки, трюфеля, ириски. И что-то сзади еще не видно. И вот эти вот печеньки я очень люблю. Они на сливочном масле. Красивые наборы. А это тоже для тела. Подарочный набор. За 19 долларов. О, здесь прям целая тушка из... Не куриная тушка. От ресторана Батон Руж. Португальский. По-португальски. Наверное, очень острая. Выглядит аппетитно. 10 долларов. Что здесь еще? Купили вот такой сыр. Наш любимый. С дырочками. Надо будет взять ветчину или что-то еще такое, да? Ветчину на завтрак. Интересная. Раньше у нас такая была. Раньше такая была? Да, вот она. Итальянская. Это, наверное, такое сырокопченое, или как это правильно называется. И такая упаковочка красивая. За 20 долларов. Вот с такой оболочкой белой, да. Раньше у нас в продаже. Она очень вкусная. Очень вкусно, наверное. Из новинок появился чизкейк карамельный. Он просто огромный. За 30 долларов. Давно я не видела чизкейк. Раньше был, по-моему, вишневый с вишневым. Вишневой начинкой сверху. И говорят, очень вкусное тирамису. Ну, хочу ли я такую большую упаковку, не знаю. 1 килограмм 350 грамм за 24 доллара. Здесь 2 килограмма чизкейка. 30 долларов за 2 килограмма чизкейка. Ну, конечно, 2 килограмма это большое. Мы пока только взяли вот эти вот. Надо держать себя в руках. На диету. Сказала я и иду в сторону маффинов. Потому что мой сын очень любит маффины. Это из морковный пирог. Но вот это вот меня сомнение вызывает. Вот эта пена, которая очень похожа на строительную пену. Не, мне не нравится такое. Давай возьмем то, что мы уже знаем. Вот это я видела, тоже показывал. Этот ютубер, который по Коску ходит, говорит, что вкусно, как будто покупал с пармезаном. Курица с пармезаном, еще с томатным соусом, моцарелла за 12 долларов. Вот эти супы, по-моему, вкусные, кто-то говорил, азиатские, но они, по-моему, очень острые. Мой желудок и очень острый, и не воспринимает. А вот они их здесь готовят, надо бы, когда она приготовит, попробовать. Говорят, вкусные они. Донатсы свежие. На, пробуй. Просто обыкновенные, без начинки. Сладкие сверху. Сладкие, да, с сахарной глазурью. Ну, сорветы такие мягенькие. Мягенькие, да. Свежий. Хороший. Какой-то интересный копченый лосось. Написано Pacific Pink Salmon. Готов к употреблению. Но он почему-то не в холодильнике. Потому что он копченый за 12 долларов. Вот такая упаковка. Первый раз вижу, чтобы рыба была не в холодильнике. Наверное, так надо. Интересная упаковочка.
на скидке мицеллярная вода от Гаринье. За $17. И здесь духи. Интересно. За $100. И Versace, Chloe, Daisy, Marc Jacobs. Obsession. О, резиновые конфетки. Попробуй, вкусные. На капоту написано из натурального сока. Вкусные? Да, приятно. Они внутри такие сочные, да, по-моему? Это да, они? Да, да. Это такая огромная. А, она не такая большая. Не, это больше? Нет, это размер. Просто это общая. А, это общая коробка. А, понятно. Здесь сколько там грамм? 495 грамм, почти полкило. Таблерон за $15. Я думала, она такая огромная. Вот это выглядит очень аппетитно, со вкусом тирамису. А какой 750 грамм, такой итальянский? Ну такой какой-то навес легкий. Ой, это должно быть очень вкусно. Это мы съедим за секундочку, за $20. Как думаешь, возьмем или нет? На секундочку возьмем. Сама сначала это, сказала, я сама первая съем за секундочку. Это. А это тоже вот эти вот итальянские, как они называются? Панеттоне. Панеттоне. Да, с фруктами. Но вот это тирамису мне очень аппетитно выглядит. Эти блинчики. Не хочу. Идемте в ту сторону, посмотрим украшения. А вот эти я видела. Это, по-моему, печеньки. Посмотри, это внутри печеньки. И каждый из них открывается, получается, как этот. Туда можно что-то складывать. Без печеньки, это интересно. А, $24. Не знаю насчет. 74. Это, наверное, пахлава за $20. Пахлава. Берем. Мама привозила, когда из Баку приехала, привозила эту икру. Ой, икру, говорю. Почему я говорю икру? Я отвлеклась на эти панеттоне. Они такие аппетитные, но мы это съедим за секунду. А вот посмотрите, какая красивая упаковочка, красивая. Это вот чисто подарок кому-нибудь за $10. Да, красивые. Это как наш кулич тоже, да, вот эти панеттоне. Маленький только. Красивая коробочка. А, здесь их несколько, что ли? Я что-то не могу понять. А, да, там 5 штук по 100 грамм. Они классические, шоколадные, лимончелло, соленая карамель и фисташковый. Всего 11 долларов за 100 грамм. Это мы съедим за секунду. Но они такие вкусные, такие легкие. Мы их съедим за секунду. Ой, это то, что-то новенькое. Peanut Butter Bites. Это арахисовое масло. Арахисовое масло с какими-то орешками внутри за $13. Ой, я так люблю этот сезон, столько всего вкусного. А ты покажи, что здесь невкусно. Да, вот это посмотри. Интересный набор. Свиски. Это конфеты шоколадные, внутри виски. Ликер, виски. Разные напитки. 64. А, нет, это... А, ну да, это бутылочки вот такие вот в шоколаде. Там внутри как ликер или какой-то напиток. За $28. Вот тоже интересный бельгийский шоколад. Посмотрите, какой здесь ассорти. Какие-то маленькие, похожи как пироженки. Такие интересные. Вот, все вкусное. Такое здесь что-то... Мне нельзя ходить в таком отделе, потому что я хочу съесть все. Ой, эти шарики какие-то. Шоколадные шарики. А это Ferrero. Ferrero я не очень люблю. Я больше люблю вот такие вот белые ассорти. Как называются эти цветы?
которые не нужно поливать. Они вот в такой свечке красные, они сами вырастут. Кто знает, как они называются. Вот такие вот красные. Амаралис. Первый раз слышу. Ну, интересно, где-то я их уже видела, по-моему, год или два года. А может быть, каждый раз на Рождество их продают. Елочка за $500. Диснеевский набор $170. А это что такое интересное? Тоже диснеевское. Ой, потяжелое, что это? Капельки интересные. А это что? Сваровский, орнаменты Сваровский. Интересно. Игрушки. А вот здесь большие наборы игрушек, но не особо симпатичные. 78 штук за $50. Мне понравились тогда HomeSense, такие красивые игрушки, но по 4 штуки были и, по-моему, по 18 или по $20. Эти немного простенькие, все такие красивые, украшенные. А здесь вообще целые города. На Рождество кто коллекционирует такие вот штучки. Смотри. Набор Йети за 50. Вот это выгодно очень покупать. Набор из мешочков таких подарочных, 20 штук от Hallmark за $18. Такие яркие, красивые, новогодние. Потому что в долларовом магазине, по-моему, каждая стоит по $2, что ли. А здесь вот разных размеров, от маленького до большого. Разных размеров, 20 штук за $18. $189. Елочка, на улицу. Олени? Олени красивые. Маме олени понравились. А мне снегурочки понравились. Мы уже дома, вернулись. Еще успели по дороге заскочить какой? Афганский магазин. Там у них очень вкусные овощи продаются. Особенно вот эти перцы, которые мы привыкли, когда в Баку жили, вот эти длинные перчики. Там у них всегда есть продажи. Я купила, завтра буду делать, набивать перцы. Перцы, демьян, баклажаны и помидорки завтра буду делать. Так, что купили в Коску? Купили в Коску вот эти вот манго, сушеное манго в шоколадном, в черном шоколаде. Мы очень любим. Dark chocolate, да. Очень вкусные. Купили малину из овощей, из фруктов, ягоды. Я знаю, но фрукты мы хотели посмотреть. Что мы хотели посмотреть? И было зеленого цвета, не поспевшая. Хурма, да, была? Uh-huh. Да, хурму. Мы думали, купим хурму, но хурма была, во-первых, очень жесткая. Видно, они ее, может быть, из морозилки вытащили. И она была, ну, немного зеленоватая, не поспевшая. Поэтому мы ее решили не покупать. Это мы купили вот в этом афганском магазине. Про эти перчики я говорю, погибли. Завтра будем делать вкусный ужин. И там же купили мясо. Фарш. Так, что купили в Коску? Купили вот такое несоленое масло. Упаковочку. Купили Активи. Активи. Но я то, что видела на скидке Активи, вот этот парень, который в Канаде живет и показывает скидки в Коску, то был йогурт без лактозы, поэтому он был дешевле, а этот стоил $10. 10.79. Так, дальше. Ну, это вот мамина любимая здесь, вот ассорти колбаски разные. Sweet
капа-кола, какой-то капа-кола, мартаделла, причуто. В общем, попросят меня итальянцев, я произношу неправильно. Ну, вот такая большая упаковка. Купили сыр. Этот сыр я очень люблю. Тоже две штуки. Так, дальше. Два больших багета. Завтра у нас будет на завтрак. Что там выгодно покупать? Так, вот это сливки, подсластитель для кофе. Мы его очень много пьем с кофе. Поэтому вот такая вот большая бутылка. Здесь почти 2 литра. 1,89. За 7. Сейчас точно скажу. 7,49. А в магазине одна, если на скидке, стоит около 5,40, по-моему. Смотря как в каких магазинах. Так что это получается выгоднее. И, как всегда, конечно, сыну он очень любит. Вот эти вот маффины, да, но он больше любит шоколадные, а мы покупаем вот такие вот с ягодами и с такой хрустящей корочкой. Да. И купила себе подарок. Сейчас покажу адвент-календарь, то, что я люблю. Вот эта фирма, моя любимая фирма Bath & Body. Bath & Body, здесь набор из 24 принадлежностей. Потом вместе я специальное видео сделаю. Это я себе небольшой подарок, можно так сказать, на Крисмас купила. Здесь и для лица, чтобы смыть лицо, и какой-то крем для ног, и вот эти маленькие бомбочки для ванны, и shower gel, чтобы купаться, гель, и шампунь, и кондиционер, и маски для лица есть, и, значит, увлажняющий крем для тела, дневной и ночной крем, скраб для губ, бальзам для губ, маска для губ и какие-то еще серум. Серум это... Я все время забываю это слово. В общем, серум. Вот такой вот наборчик симпатичный. Потом вместе откроем его и посмотрим. Мне самой интересно. Я еще себе свечи вот такие куплю на Рождество. А это... там еще соль, и вон соль. А, еще соки, да. Но эти соки мы любим. Гуава. За 7 тоже долларов. Наоборот, подержание. Да, за 7 долларов. Там еще были новые биологические манго и апельсин. А может быть и не новые. Но мы обычно покупаем всегда вот это. Гуава. И потратили мы 148,77. Вот. Так что вот такой у нас был сегодня шопинг. Сейчас мы быстренько. Сегодня у нас опять пришла. Каждую среду у нас приходит наш заказ. Свикук. Так что сейчас мы накроем на стол, и у нас сегодня будет сёмга. Сёмга, как всегда, я креветки и сёмгу заказала. И поужинаем, попьем чай и будем смотреть телевизор. Завтра у всех выходной, у меня выходной, третий день выходного. У сына вообще школы не будет, и в четверг, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, понятно, это выходной. Так что у нас длинные выходные. Вот такой день у нас был. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, это было кому-то полезно. Вы увидели, что в Коско, и, возможно, увидели что-то интересное. Очень много всего для подарочных наборов на Рождество, на Новый год. Очень хорошие, да, подарочные наборы. И чаи какие-то разнообразные, шоколадные наборы. И кто любитель готовить там и спагетти, в общем, что-то итальянские какие-то наборы субпродуктов для... Не субпродуктов, а сухих, да? Сухих продуктов, типа спагетти, соусов. В общем, много подарочных наборов, много всего для Рождества. Игрушки красивые есть. Так что, у кого есть желание, посмотрите наше видео и узнаете, что подается в Коско в Канаде. Ну, конечно, по всему миру в Коско. Так что, спасибо, что были с нами и до следующих встреч. Пока! Пока!